Лауреат международных конкурсов, профессор, чьи выступления покоряют необыкновенно красивым звуком, тонкостью и выразительностью, встретился в Видновской детской школе искусств с ребятами, с теми, для кого подобные мастер-классы – важный этап в музыкальном развитии. Приветствие мастера началось, конечно, с выступления. Василина Шашкова приехала на встречу с мастером из Москвы и по собственному признанию смогла открыть для себя новые грани исполнения и развить важные навыки, которые ранее ей не поддавались. Очень хороший педагог, я бы хотела у него тоже учиться. Очень понравилось. То есть не только то, что он меня хвалил, а сама работа над произведениями. Сейчас Василина активно готовится к международному конкурсу «Золотой век гитары», где в жюри войдет Евгений Финкенштейн. Саша Тобольский, ученик нашей Видновской школы, которому в этот день исполнилось 13 лет, получил лучший, по его мнению, подарок на свой день рождения – урок с мастером. Он виртуоз, мне нравится, как он играет. Я подготовила две композиции – «Качини», «Ава Мария» и «Блюз». Я думаю, он мне... Может быть, поможет разобраться немного со звуком. По признанию мастера, уровень исполнения детей высокий. Ребята горят и хотят познавать. Музыкант поблагодарил за терпение и труд преподавателей и родителей, которые помогают детям раскрыться. Также обратил внимание на теплый прием и прекрасную акустику малого зала школы искусств. Вот я бы хотел им посоветовать не играть с чувством ответственности, а играть просто с удовольствием. Потому что если они будут сами получать удовольствие, все получат удовольствие. Это самое главное, мне кажется. В течение 2 дней в мастер-классе смогли принять участие 8 детей. С каждым музыкант поработал индивидуально и дал ценные рекомендации. Ребята встречи остались довольны. Алексей Мельников, Владимир Андрианов, Ольга Садовская, Видное ТВ.